Давно ли вы чувствовали себя чайником? Я в 2014 году, когда только попала в Европарламент и вообще не понимала, как вся эта конструкция работает. Судя по вашим вопросам, чайников вокруг немало, ради Бога не обижайтесь, это любя. Но я попробую объяснить. Чем мерить работу депутата Европарламента? Конечно же количеством рапортов, над которыми депутат работает. Потому что из рапортов вырастают директивы, на основании которых потом живет весь ЕС. Некоторые мои коллеги говорят, вообще не важно, сколько у кого рапортов, а важно, с кем ты поговорил в кулуарах, кому что напел на ухо и тем самым якобы повернул куда-то телегу ЕС. Мне кажется, тут есть некоторое лукавство, потому что, во-первых, одно другому не мешает. Ты можешь работать над рапортом и говорить в кулуарах. Во-вторых, эту работу невозможно измерить и факт ее присутствия невозможно доказать. Поэтому мой вам совет. Смотрите кто сколько делает той работы, за которую, собственно, получает зарплату. И работа это законодательная.